Коммунальщики вроде бы прилагают все усилия, чтобы в городе не повторился снежный и ледовый коллапс прошлых зим. Однако многие владимирские дворы продолжают утопать в сугробах. Жители винят во всем управляющие компании, а те пеняют на ограниченные возможности и нежелание помочь со стороны самих горожан. Проблема уборки городских дворов сейчас стоит очень остро. Улица Безыменского – яркий тому пример. Снег, конечно, чистят, но явно недостаточно. Сугробы мешают и пешеходам, и автомобилистам. Коммунальщики винят во всем как раз водителей. Из-за машин, припаркованных во дворах, спецтехнике просто негде развернуться. Заранее управляющей компанией были расклеены объявления на всех подъездах домов с просьбой убрать на время уборки припаркованные машины. Но, к сожалению, машины практически как стояли, так и стоят. Мы понимаем, что транспорта стало достаточное количество. Это порядка 100 тысяч машин. Действительно, их где-то необходимо парковать. Но я еще раз говорю, что на тот период, когда управляющие компании просят жителей убрать свои машины, необходимо это делать. У местных жителей свой взгляд на проблему. Они считают, что ситуация с автомобилями – это просто отговорка коммунальщиков. Главная же причина – недобросовестность управляющих компаний, которые сами не могут разобраться, кто и за что отвечает. Например, жители соседнего дома вынуждены заботиться об уборке своего двора самостоятельно. Мы собрались в собрание автомобилистов, так как мы больше всех заинтересованы в этом. И собрали деньги на это дело. Мы обустроили дополнительно, расширили еще стояночную площадку, и часть денег осталась. Эти деньги сейчас используются на работу дворников. Ни одна машина, как она стояла, так она стоит. Ни одна машина не убирается. Приходят два человека, дворника, и с лопатами убирают между машинами. Дополнительно трактор вызывается, и он убирает всю территорию. У нас двор чистый, вылизанный. Кстати, сами автомобилисты утверждают, что их об уборке никто не предупреждал, а объявления, расклеенные на каждом подъезде, появились буквально только что, перед приездом чиновников. Объявления никогда не вешали, чтобы машину убрали, мы почистим. Я думаю, любой автолюбитель бы согласился и убрали бы машины. Обидно за то, что люди ходят, ругают водителей, водители обижаются на пешеходов. Посмотрите, тут голый лед, тут машины стоят. Кстати, с этого года во Владимире жалобы на уборку дворов и улиц принимают по телефону 05. Любой владимирец может позвонить туда и рассказать о проблеме. В управлении ЖКХ говорят, что звонки от жителей идут, и на них стараются сразу же реагировать.